Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить The Kingdoms of Amalur: Reckoning. Мы взялись за миссию генерала открыть неких три колонны. Ой, каких три? Пять. Две мы уже открыли, осталось три. Так, кто-то у нас тут лежит такой. Чё нельзя? А. Ну, в принципе, ладно. Это у нас тут такой. Ребята, вы мирные, нет? Ой, да пофиг. Даже если вы были мирные, это уже значения не имеет. Так, что это у нас такое? На меня? Беру. Приоденусь потом. Что ж, теперь нам нужно бежать ко второй колонне. Я так-таки, в принципе, что-то такое. Туаха? А блин, откуда вы взялись, ребята? Вас тут не было. Так. Еще. Ладно, ладно. Ладно. Еще. Опасные. Ну тебя я, пожалуй, добью. Ты мне уже не мешал тут. Откуда тут взялись воины Туаха? По-моему, это странно немного. Ну ладно. Пока я, наверное, был... Так, и все зареспавнились, да шо ж? Что ж с вами не так-то? Сволочи этакие. Ну ладно, опыт мне никогда не помешает, в принципе. Так я чувствую, это сильно затормозит мое продвижение по этой локации. Будем двигаться резче. Опять эти жердяи. Ну ладно. Ты что делаешь? Блин, как-то с вами было не так сложно в прошлый раз. Блин, да чё я не могу от него увернуться? А ну. Да блин! Чё-то у меня сегодня явно день не из лучших. Прекрати! Блин, и этот зацепил. Так, стой, иди сюда, злобный. Блин! Никак не могу привыкнуть к этому козлу. Понравилось? Блин! Вот никак не могу рассчитать, когда он нанесет свой удар. Да уворачивайся ты, ну!
яд его не убивает. Блин, какой-то он чересчур. Уворачивайся! Блин, вот о чем я говорил. Вот этот тормоз, который будет мешать мне продвигаться по локации. Так, все, сумки забиты. Отлично. Надо будет сходить распродаться. Но это не сейчас. Все. Больше останавливаться. Блин. Я даже не знаю. Ну ладно. Черт с ним. Пускай лежит. Больше я останавливаться на этих мелких врагах не буду. Не буду. Блин, отпали. Не буду, все, отвалите. Отвалите, придурки. Они еще бегут? Бегут. Так, и впереди еще, блин. Так, мне сюда? Да, мне сюда. Побежали. Буду, в принципе, просто пробегать, потому что... Ну, тут никак. Надо этот квест сделать, и все. Кто это такие? Красные капюшоны, что ли? Ну, ладно. В принципе, с этими можно собладать быстро. Смотри, картину уперли. Ну, это вообще что-то как-то не по-человечески. Вот все норовят меня сегодня остановить, оторвать от меня кусочек. Но не судьба, не в этот раз. Я уже поставил себе цель на сегодняшнюю серию добраться до... Ну, хотя бы до этой колонны. Хотя нет, стоп. До этой будет ближе. А потом... Ну да, в принципе, к этой ближе. Не буду пересекать локацию, пройду по ее краю. По ее краю. Так, кто ты такой? Не стой меня на пути! Правильно? Правильно. Блин! Отсюда нет выхода. Придется прыгать. Да, сюда. Прыгай. Все, побежали. Правильно? Да, вроде правильно. Блин, большой мир. И не очень-то он насыщен. Я думал, что каждая там локация. Ну, наверное, в каждой локации есть хотя бы свой десяток квестов. Ой, вы даже не трогайте меня. Даже и не начинайте. Потому что с вами спорить я не буду. Причем на вас я могу еще и умереть. Поэтому... Ах ты, тварь! А вот за это ты заплатишь. О! Что ты делаешь? Мразь, прекрати. Хорошо. Ух ты чё? Ты чё делаешь? Ты куда? Подожди. Подожди меня. Ты посмотрите, а? Напала на меня. Иди сюда. Подожди, сначала эльф, потом ты. Это что такое? Ты что делаешь со мной? А ну прекрати.
все. Ну теперь уже ты. Мрази. Наглые, тупые мрази. Ладно, ладно. Не буду, да? Что-то я не посмотрел, надо будет перед следующей серией пойти и продать это все или в Горгот, или куда-нибудь еще. Потому что забитый инвентарь — это немного печально. Так, вижу приятную локацию. Угу, пустоши. Значит, не очень приятную. Так. Так, появилась на карте? Да, прекрасно. Теперь можно двигать и разбираться с тамтой колонной. Ясно, все понятно. Вот это немножко глупо, что можно спрыгать только в определенных, ой, местах. Ограничивает свободу персонажа. Вот она. Третья по счету колонна. Судя по всему, тут должно быть 3 или 4 даже противника. Ага, тут уже пришли туаха. Ну ладно. Тихо. Спокойно. Блин, с этим не вышло. Ну, в принципе, не страшно. Вообще никакая. У меня лучше. Что ж, приступим. Мало того, что афы пришли. Так еще и вот эта дрянь. Так, ну, вроде этот не страшный. Блин, меня зацепил туафа. Ну, это кошмар. Хватит, ну, не махай своей саблей там. Опасный какой-то. Так. А тот что, ушел? Тут я уже смотрел. Ну что, обиделся? Ждите. Что, правда обиделся? Иди сюда, я все прощу. Вернись. Какой-то опасный поцик. 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 Ой. Ну ладно. Ага. То есть вот так вот. Ясно. Дистанционные атаки. Но против ближних рассыпается отлично. Хорошо. Удар пузом, как и у всех гигантов. В принципе, не страшен. Да. Не подпускает меня достаточно. Все? Я думал, будет что-то пожестче. Что, правда все?
Ну ладно. Я ждал, что сейчас вылезут эти, которые опасные. Оказывается, нет. Ну ладно. Тогда что ж, побежали к следующей колонии. Я думаю, сегодня две активируем, если я успею добежать, конечно. Ну, пока не сложно, то есть. Главное понять с каждым врагом, что с ним нужно делать, это вечный вопрос, потому что мобов тут, ой, домовые. Идите в задницу. О! А вот за это ты заплатишь. Знаю, больно. Получи, распишись. Блин, что делаешь? Вот и все, в принципе. Так. Ну, это им расплата просто. За то, что они меня куснули. Мудрость. Ну ладно, давай сюда свою мудрость. Пожалуй, сохранимся. Ну, с этими быками я ввязываться в драку не хочу. Только потому, что они большие и страшные. Так, ну тут попробуем срезать. В нашем случае лучше идти ровно по дороге, потому что срезы не всегда ведут к правильным решениям. Так, олени, обычные обитатели, мирные. Я уже скоро классификацию начну складывать. Так, военный лагерь. Судя по всему, опасные. И не знаю, чей. Ну ладно. Блин, не застревай. Да, и в него придется спускаться. Лагерь жиробасов? Чё, серьезно? Нет. Пацаны! Сколько там их? Волк! Волк, иди сюда! Подожди, я сначала волка. Что вы делаете? Попал. Ну ладно. Мрази, вы мне за это ответите. Блин, и это попало. Да что ж с вами не так? Меткие вы какие-то, просто меткие. Вы не опасны? Надеюсь. Ага, как же. Не опасны они. Приколти! Блин! Вот этот удар пузом, вот он... Вот он у них. Куда ты побежал? Я тут. Так, хорошо. Этого запинали. В принципе, несложно. Блин, а вот этот зацепил меня. Ну ладно, за это он, в принципе, сейчас и поплатится. Потому что шансов у него немного. Но, блин, вот с ними не хочется драться. Только по той причине, что... Так, стоп. Колонна там. Угу, мне надо пройти вдоль лагеря. Прекрасное решение. Разработчики, вы козлы. Я вас обожаю просто. Ладно, пробежу.
Аллилуйя! Надеюсь, вы отстанете по пути. Да? Мне даже повезло. Обычно мне не везет. Волк? Так, хорошо, еще левелап. Поздравления, овации. Всем спасибо.